культурном центре «Порт» открылась выставка «Сны о Сургуте». Авторы работ – художники и фотографы нашего города, а также деятели искусств. Эти 10 творческих людей представили свое видение муниципалитета. На одних полотнах мерзнет лис, на других – портрет розового заборчика. Ну а кто-то видит Сургут как огромную парковку. Разумеется, не обошлось без силуэтов памятника основателям и Ивантового моста нефтяных месторождений. Мы попытались создать экспозицию не традиционного плана, а о городе, там, с видами, фотографиями и картинами с видами города, а представить некий анализ Сургута, его самоидентичности, его каких-то, может быть, проблем, особенностей, перспектив и так далее. И у всех художников все получилось по-разному, очень интересный контент, мне кажется, достаточно хорошая экспозиция. Каждый из авторов выставки во время официального открытия вышел к микрофону и рассказал, почему в его работе непривычные фотографии и картины с пейзажами, архитектурой и прочими городскими видами. Художники представили свои произведения как некий анализ города и его особенностей, перспектив и самоидентичности. Авторы много работали с пространством, объемом и мультимедийными технологиями. В зале есть и приковывающие внимание инсталляции, арт-объекты и скульптуры. Эти сны о Сургуте можно увидеть до конца июля. Ну, такая красивая картина получилась только благодаря моей дочери, которая училась в художественной школе, и она меня консультировала, как и что-то там дорисовывать, как ее улучшать. Вот. Ну, остальные картины тоже навеяны существованием, так сказать, в Сургуте. Люквенное болото, бессонница, которая бывает в белые ночи. Вот. Ну, целующиеся рыбки.